Елочка. Ее что, разорвали или придавили? Придавили. Заберем ее с собой. Вчера мы с ребятами, с Пашей и с Тёмой, возвращались из больницы. Через Егорычину, через лес. Помните, я вам показывал, как вы выразились во многих комментариях. Просто сказка в лесу была. Едем через лес. Проезжаю, и так мелькает у меня в свете фар елочка лежит. Я сдаю назад. Вот эту вот красавицу кто-то выломал. Проезжали там. И просто выломали с корнем. Там какой-то грузовик проезжал. Вот. Ну, мы ее забрали. И сегодня поставим эту красоту. Не полностью, мы обрежем ее. Но верхушечку поставим нам в дом. Я вот сварил ей такой вот держатель. И сейчас мы ее будем ставить. Декабря мы убираем в доме, да, с утра, застилаем кровати, устанавливаем елку, которую Боря нашел, заметаем, моим посуду, и потом будем 3 дня спать. Да, сейчас наготовим куча еды, много. Сейчас я поставлю хлебушек выпекаться, потому что закончился. И спать будем. Будем сейчас украшать дом. Буду понемножку стараться показывать. Что это? Это шар сам сделал. У меня здесь еще тиранозавр. И... Ой, вот. Тиранозавр и снеговик. Класс. А это воздушный шар. Вот. Классно. Только здесь, правда, понадобилось 3 палочки. Я хочу сказать, что мы под Новый год... Ой, заболели. Да, ребята? Да, мама. У нас у всех горло болит, но сопли и кашель. И как-то мы давненько, ну как давненько, где-то неделю, сегодня какое? 30-е. 31-е, вернее. Я уже 30-е. Где-то дней 5 назад у нас начало болеть горло. Какую-то вирусную подхватили у половины людей. Сначала заболел это Тёмка, я и Сашунька. Ты слезть хочешь? А потом через пару дней Боря, Анечка, да, и Анечка. А потом самый последний, самый больше держался Паша. А, нет, Боря и Паша, а самый больше держался, дольше всего держалась Аня. Потом Аня в конце заболела. Мы с Борей плохо себя чувствуем, да? Да. Еле ходим, поэтому не праздновать особо не хочется ничего. Да, сына? Тёмка плохо ночами спит, скажет, насморк у меня. Насморк. Я хожу нормально, когда глазочек, да, начинается насморк. Саша, капусту никто на тёрку не берёт. Или морковку на. А капусту нельзя. Держи морковку, кастрюльку накроем. Сыночка, ты трешь? Ты трешь, сына? Умничка. И Аня режет, и ты трешь. Да? А капусточку Аня или так? Давай так собачкам. Порежу. А, смотри, Аня туда. Ой. Нас папа тихонько снимает. Кстати, мне муж своими руками сделал такую причесочку. Уже волосы отросли, там мне многие писали, что пора что-то делать с волосами. Ребята, или женщины, дорогие, милые мужчины, я знаю, что нужно с ними что-то делать. Просто время идет, и я пыталась до этого сделать хвостики, вообще было некрасиво, они у меня не собирались. А это, наконец-то, они доросли до такого состояния, ну, до такой длины, что я говорю, Боря, давай-ка попробуем еще раз. И вот он мне сделал такой хвостик, мне, конечно, не очень привычно. Вот. Мне что-то хочется здесь это. Но мы вот Янечке сделала, да, мы горошинки с одного стручка.
Я немножечко, у меня это ранка, так что будете спрашивать, что это. Ранка. У меня при простудных заболеваниях иногда выскакивает. Так что, чтобы вы знали, что это. А мы тут готовим с Анечкой еду. Что борщ готовим, собачкам варим. Где кабачок, мама? Где у него кабачок? Сейчас я говорю, рагу приготовим. У меня уже борщ почти готов. Теперь мы готовим следующие ингредиенты на рагу. Мы говорили в каком-то из видео, не помню уже где, что мы особого праздничного стола не делаем. Во-первых, мы болеем сейчас уже, не, когда не мы буду, не болели спасибо. Еще. Очень себя плохо чувствую. Вот Сашка с температуркой бегает, с маленькой. Кушай, кушай капусту. Но праздник остается праздником. Вот молодцы, девочки мои, хвостатые. Да. Приготовим, наготовим еды и пару дней. И мама, уходим в отпуск. Да. Кстати, у нас отпуск. Отпуск на дня, наверное, 4-5 минимум. Мы ничего не будем делать. Будем отдыхать. Тимошка с папой по молочко поедут. Да, сына? Да. Предновогодняя ночь. Мы с Тёмкой едем по молоко. Воёк. Сыночка пристегивается. Ну, поехали. Поглощатели морковок. А? Давай. Ну все. Поехали. Папа тоже любит морковку. Люблю морковку. Так, хлебушек поднимается. Для рагу. Ребята наши уже давненько наделали снежинок. Сейчас мы выберем их, которые будем вешать, или все, или, ну, самые красивые все вместе выберем и развесим по дому. Мама вон там снежинку повесила на холодильнике. Красота! Картошечка на рагу закипает. Еще одна снежинка. Снежинка. Сейчас мы так весь дом красиво украсим снежинки. Та-та-та-та. Только вот это нужно все постирать. Она говорила, стирается? Mm-hmm. Ага, стирается. Mm-hmm. 750 рублей. Подзапачкали, ребята рисовали парту. Боря сейчас будет ее чистить, наконец-то. Тёма выбирает. Уже все повыбирали, теперь Тёма выбирает, два куда сайта цеплять. Я только два сайта придумала, всем давай много. Ну, один ты туда придумал, куда я второй? Сайта. Давай. Давай, давай, меня зацепить надо. Вода. Хорошо, что-то мешало. Всё? О,
Все, нашли мы место шарику. Так, здесь у нас вот так красиво. Везде шарики. Ребята попридумывали, куда нацеплять. Здесь, в комнате. Вот так вот. Еще мы сейчас найдем... Ой, что-то расфокусировалось. Место вот той гирлянды, потому что она здесь не очень смотрится. Придумаем. И вот сюда подлезем с Новым годом. Будем кушать? Борщ! Классный борщ! Я проголодался! Целая кастрюля борща! И главное, наши любимые железные миски. И обязательно 1000 комментариев оставьте. Да, это наши любимые миски. Папа. У них можно звонить, да? Сейчас же найдутся обратно те, кто напишет. Да. Давай я повернусь, я тоже тут. Так, да, видишь. Хлеб, наверное, ставить его сюда. Он почти поднялся. Опа, чтобы он потом не упал. Рождественский хлеб, видели? Подходил под елочкой. Бубочка. Он сейчас здесь дойдет. Чтобы он мне потом, когда буду переносить, не упал. Так. Пускай доходит. Там тепло. На, мама, лук свой. Спасти. Ой, ты ангел маленький, пришел спасти Деда Мороза? От кого? От кого? А кто? Кто Деду Морозу будет пакости делать у нас Аня, сегодня? Аня говорит, но она не будет. Не будет? Да. А кто только что говорил, мы Деду Морозу будем мешать прийти к нам? Мама, в наш дом. Мы будем мешать. Вы будете, они будут мешать, Саша, да? А ты маленький ангел, пришел спасти Деда Мороза? Это вы будете мешать? Да. Вот смотри. Злая сила пришла помешать Деду Морозу прийти к нам сегодня. Прогоним злых сил. Давай. Уйдите отсюда. Уйдите. Вот так вот белый покрал. Уйдите отсюда. Уйдите. 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 Все, прогнали. Ты видишь, как они убежали? А, боятся злая сила. Боится всегда доброй силы. Понятно? И теперь Дед Мороз придет к нам в дом. Дед Мороз приходится, ой, это, готовится к приходу, да? Угу. Красота. Ёлочка у нас будет светиться. 31 число, пока папа украшает елку, я покажу, какая пришла нам посылка от Велисевич Анастасии. Пришла нам посылочка. Мы ее все-таки откроем, чтобы детишкам уже сегодня отдать. Так, для упаковки. Для упаковки что, Сашенька? Иди, пожалуйста, я сейчас открою, потом дам вам все. Так, пока что мне непонятна эта надпись, но посмотрим. Для упаковки. Так, это у нас... А это для плетения. Вам для плетения. Ага. Это для браслетиков, для чего-то такого. Так, что это у нас? Сумочка. О, какая красивая, яркая, яркая. Здорово. Так, тут много бумаги, не могу понять, для чего. Может, чтобы оно не... Не это. Так, оп. Так, туалетная бумага или это полотенце. Тоже не могу понять, для чего. Для упаковки чего. Ну, ладно, разберемся. Значит... Паша. Это Паша. Разные фигурки здесь, игрушечки, шарики. Тоже разберемся. Это кому? Это Анечке. Ой, здесь есть этот. Как его? А, это сумочка. Интересно, что это такое? Сумочка. И тоже разные игрушечки маленькие. Ой, класс. Верите? Анечке. Шла вчера. Не, когда? Пару дней назад по рынку. Смотрела вот на такие ушки, и очень мне захотелось их купить. Ну, думаю, ладно, попозже немножечко куплю. И тут вот здесь и такие ушки. Прям, ну, как угадала. Ха-ха, класс. Вот это Аня обрадуется. Так,
Давайте с маленьких начнем. Это что-то пугает меня. Попытка номер два. Попытка номер два. Интересно, посмотрим. Я даже прямо сейчас посмотрю. Меня заинтриговали попытка номер два. Так, открываем. Там ничего нетого. Я сейчас кричать не буду на весь дом. А ну-ка. Не могу открыть. Ой! Ага, попытка номер два. Все, я поняла, в чем попытка номер два. Это лизун. Лизун жидкий, но его, я как понимаю, нужно кормить, нам говорили. Но давайте попытка номер два попробуем. И держать в баночке, и кормить водичкой. Правильно или нет? Если правильно понял из предыдущих комментариев. Так, Тёма. Это Тимошки тоже разные мелкие игрушечки. Потом они будут открывать. Да. Так, фломастеры, спасибо огромное. Смотрю, очень много книг разных. Сейчас посмотрим, что за книги нам прислали. Вообще, прям чувствуется тоже, что посылка от сердца готовилась. Спасибо огромное тебе. Так, не лопаются пузыри. Как это не лопаются пузыри? Что, реально не лопаются? Интересно, попробуем. Заинтриговали меня. Здорово, сегодня попробуем их. Вот такая вот игрушка. Так, смотрим. Саша, включатель внизу. Ага, а как же она будет включаться, или здесь батарейки нужно вставлять? Есть там батарейки. А ну-ка. Включили. Ничего пока не происходит. Может, где-то нажимать надо? Так, пока я не понимаю. Будем искать. Наверное, где-то нужно нажимать. А где? Непонятно. Пока не включается. Посмотрим, может, батареечки поменяем. Так, наклеечки такие красивые. И много-много книг. Классическая басня. Класс. О, это басни Крылова. Не только Крылова. Класс, тут много басен. Ой, здорово, спасибо. Басни мы любим. Белый Бим, Черное ухо, повести. Шик просто. Вот эта книга. Класс. Вы как чувствовали? Мы сейчас начинаем углубляться в книги с детьми. Так, сказания былины. Русские эпические песни. Тоже интересное такое название. Алеша Попович и Тугарин. Наверное, змей. Так, мы посмотрим, о чем это. Васек Трубачев и его товарищи. Не знаю такую книжку. Посмотрим. Так, приключения домовят. Не знаю, про кого это, про домовых или Дмитрий Емец. Ну, будем смотреть, про кого это, каких домовят имеет в виду. Черная курица, рисунки по-горельски. Без понятия, о чем книги, честно. Необыкновенное приключение Карика и Вали. Yes! Класс, спасибо тебе. Они их мультик очень сильно любят. Класс, 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 класс. Сейчас их обрадую. Вот это они обрадуются, вот этой книжке особенно вообще. Так, ну, сказки Пушкина. По школьной программе они должны ознакомиться с ними. Вот. Слушайте, вообще такие подарки. Спасибо тебе огромное за такие подарочки. Сейчас все деткам отдам, передам. И обязательно попробую включить, покажу какие-то моменты, вещи. Тоже видела, да, хотела себе такие. Видишь, да. Я тебе хотела купить, не успела. Меня опередили. Класс, покажись, спасибо. Покрутись вот так. Сейчас класс, ты такая красотулька. Это весной или осенью, когда холодно в ушке немножко. Да. Но уже жарко на шапку. Вот это очень классно. Как зима. Ребята, некоторые лопаются, а некоторые, смотрите, цепляются и висят шарики. Действительно, смотрите, как красиво. Смотрите, класс, смотрите на часах. Здорово! Хотя они лопаются так вот некоторые, а некоторые вот оседают и что сидят. Что вы напоили мне? А это оно вот таким потом делается. Уйдите! Ага, смотрите. Не отлепляются. Покажи, покажи. Ой, смотрите, они прилипают, и все, а потом остается такая пленочка. А еще? Видите, пленочка, смотри, какая пленочка остается. Потом ее сдираешь и все выбрасываешь. Давай еще. Класс. И, конечно же, вместо Деда Мороза с такими большущими губами у нас будет кто это? Олень? Нет. Лось? Нет, это корова. Корова? Что, коричневая корова? Счастливого Нового года. Обезьяна? Нет. Это корова.
Лошадь. Корова. Корова. Что-то хвост лошадиный, сама похожа на корову. Короче, лошадь-корова, которая сейчас нам споет арию. Давай, корова, давай. Просим тебя. Пой. Давай. Ты подпеваешь, да? Как она головой вот этой стороны в сторону водит. Ой, даже кланяется. Ну, аплодисменты корове. Набись, набись. Не мешайте певцу. А что делать? Тихо. Мы детей отправили смотреть мультики, а сами пакуем им подарочки. Будь здоров, папочка. Будь здоров. Спасибо, Сашка. Это ж надо было так на Новый год и заболеть всем. Дом украшен. Вот так Боречка сделал, сюда повесил с Новым годом. Гирляндочки. Там две гирляндочки.